где мы проводим традиционную конференцию в конце года, подведение итогов, награждение команд. Мы хотим поздравить игры команды и отдельных людей. Так, например, мы хотим поддержать ветеранов, им будут определенные конвертики, скажем так. И мы покажем то, что футбол был, есть и будет тем, что сделаем как бы две ветви. Пожилое поколение, те, которые уже поиграли в лице Науменко, и мальчик сегодня, который написал письмо Путину тоже. То есть мы хотим им тоже вручить форму и вспомнить и о тех, кто играл, и о тех, кто еще, наверное, будет защищать цвета Севастополя. Желаю всем удачи и в наступающем новом году побед и счастья. Конечно, приятно, что вспомнили, что был такой футболист. Вот. Очень приятно, что помнят ветерана. Просто хочу молодым сказать, что, ребята, добивайтесь своего, то, что вам учат тренера, и чтоб вас не забудут. Так что я желаю всем молодым, перспективным ребятам бороться до конца, чтобы о тебе помнили. Ну, это что, молодежи только заниматься своим делом ответственно. Всех поздравляю с новым, с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья. И самое главное, чтобы здоровья, еще раз здоровья. Я живу в Севастополе, также люблю футбол, но 2 года проходил свою школу заниматься, но в итоге ушел оттуда, потому что сказали, уже вырос из того уровня, который там был. Где-то в октябре я решил написать письмо Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он мне подарил футбольную форму, ну и он сделал подарок мне такой, огромное ему спасибо. И огромное спасибо футбольному клубу ФК Севастополь и спасибо Федерации футбола. И всех поздравляю с Новым годом!